Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении не индикатор и не стратегия, а брокер бинарных опционов Pocket Option. И упор мы сделаем на основной функционал торговой платформы брокера для торговли бинарными опционами. А также рассмотрим полезные функции, которые могут принести дополнительный доход. Если же вы хотите узнать максимальную информацию про данного брокера, то на нашем сайте есть подобный обзор, из которого можно узнать абсолютно все о данной компании. А мы же перейдем к рассмотрению основного функционала платформы брокера Pocket Option. И первое, о чем хочется сказать, это о торговле бинарными опционами в выходные дни. Возможность совершать сделки в выходные дни предоставляется за счет OTC котировок, которые есть у брокера Pocket Option. Благодаря таким котировкам те трейдеры, у которых нет возможности торговать в будние дни, могут заниматься трейдингом в субботу и воскресенье. А самое главное то, что для торговли доступны не только валютные пары, которые есть и в обычные дни, а также сырьевые товары, где есть нефть и металлы, и акции американских компаний. Обратите внимание на то, что доходность по данным инструментам довольно высока и может достигать 92% выплат по опционам. Для примера можно посмотреть, как движется валютная пара в выходной день. И как можно видеть, отличия от обычного торгового дня практически нет. Валютная пара движется точно таким же образом. Следующее, что хочется рассмотреть, это сигналы от брокера Pocket Option. И одним из самых простейших индикаторов сигналов является настроение рынка. Данный индикатор показывает общее количество открытых сделок реальными трейдерами и указывает, каких сделок открыто больше – опционов call или опционов put. Кроме настроения рынка, есть и более стандартные сигналы, которые рассчитываются путем показания индикаторов и некоторых математических формул. Сигналы даются как по валютным парам, так и по криптовалютам, сырьевым товарам и акциям. Чем больше стрелочек напротив названия актива, тем сильнее сигнал. Последним и самым мощным инструментом, касающимся сигналов, является социальная торговля. Данный инструмент позволяет видеть сделки реальных трейдеров прямо на графике. А самое главное то, что данные сделки можно копировать. Давайте посмотрим, как это выглядит. Как можно видеть, было совершено немало сделок по валютной паре евро-иена. Для того, чтобы начать копировать сделки успешных трейдеров, необходимо перейти на специальную вкладку, на которой можно посмотреть как в общий список лучших сделок за сегодня, так и конкретную статистику по каждому трейдеру. В данном окне можно увидеть уровень профиля трейдера, а также его статистику, где показаны количество сделок, прибыльные сделки в процентах, торговый оборот, а также максимальная и минимальная суммы сделок. Если вы планируете копировать сделки какого-либо трейдера, обязательно обращайте внимание на его количество прибыльных сделок в процентах, так как такой уровень должен составлять не менее 75%. Если же его уровень меньше, то такого трейдера лучше не рассматривать. Еще одной возможностью для дополнительного заработка как для новичков, так и для опытных трейдеров являются турниры брокера Pocket Option, которые можно найти в специальной вкладке. На вкладке «Текущие» показаны турниры, которые идут в данный момент, а на вкладке «Будущие» показаны турниры, которые только запланированы. Обратите внимание, что не все турниры являются платными, а есть и бесплатные турниры, в которых можно участвовать без реального счета и получать реальные призы, которые потом использовать в торговле опционами. У брокера Pocket Option есть и другие инструменты для дополнительного заработка. И один из таких инструментов – это экспресс-ордера брокера Pocket Option. Пользуясь такими ордерами, можно получать очень большие проценты по выплатам, но и риски довольно высоки. Для примера, если добавить несколько валютных пар в один экспресс-ордер, то можно получить целых 608% выплаты. Однако обратите внимание, что не стоит добавлять слишком много инструментов в один экспресс-ордер, так как это в разы уменьшает возможность положительного исхода. Дополнительные средства для торговли у брокера Pocket Option можно получить и без риска. Для этого потребуется воспользоваться промокодом, которое нужно будет ввести в специальное поле. Раздел промокодов находится на кнопке «Финансы» и в разделе «Промокоды». Все самые новые и актуальные промокоды всегда есть на нашем сайте. Для этого потребуется перейти в раздел «Помощь трейдеру», далее в раздел «Обзоры брокеров» и далее в раздел «Вся правда о брокере Pocket Option», где в статье о промокодах можно будет найти самые актуальные промокоды на данный момент. Они находятся в самом верху.
Также каждый посетитель нашего сайта может получить бесплатные подарки для брокера Pocket Option. Для этого стоит вернуться в предыдущий раздел и перейти в статью «Бонусы для брокера Pocket Option». Используя именно эти промокоды, вы сможете получить бесплатные подарки на различные бонусы, которые можно найти в списке в данной статье. Обратите внимание, что для получения некоторых промокодов вам потребуется сделать запрос с личного кабинета на нашем сайте. Как только у вас будет необходимый промокод, вернитесь на сайт брокера Pocket Option и в разделе «Промокоды» в специальном поле вставьте данный промокод, после чего нажмите кнопку Enter. После нажатия кнопки «Проверить» система укажет, можете ли вы использовать данный промокод. И если все будет в порядке, просто активируйте его и получите свой подарок. Последнее, о чем на сегодня хотелось бы сказать, это о пополнении и выводе средств у брокера Pocket Option. Как можно видеть, минимальная сумма депозита составляет всего $10, так же, как и минимальная сумма вывода. А для пополнения счета существует множество платежных систем и способов. Также обратите внимание, что можно сразу получить повышенный уровень профиля, который зависит от суммы пополнения. Такие уровни профиля дают множество преимуществ, включая дополнительные бонусы при внесении средств на счет. Если говорить о выводе средств, то он доступен только на те реквизиты, с которых пополнялся счет. В нашем случае это рублевая пластиковая карта. Одним из плюсов брокера Pocket Option является то, что он не взимает комиссию, какую бы вы ни выводили сумму. Даже если это большая сумма, комиссии не будет. Надеемся, что данное видео помогло вам понять, каким образом можно улучшить свою торговлю бинарными опционами, а также начать получать дополнительный доход вместе с брокером Pocket Option. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые и интересные обзоры в дальнейшем. Желаем успешной торговли!